Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас Audi A4 96 года, двигатель ABC, автомат. Сегодня будем поменять тяги рулевые и подшипник ступицы. И дополнительно, что будет, посмотрим, может, рычаги, может, что-то такого. Монокадрочажный этот, 8 рычагов, каждой стороны по 4. Когда разберу, ребят, начну снимать, вам покажу. Окей, все, начинаем разбирать. Ребята, снимал оба колеса. У нас вот это наконечник закручивается, здесь никак в другом машине. Мы будем менять рулевые тяги. Или наконечник, я не помню, что он купил. Это 2-3 дня назад мне привез запчасти. Вот, ребята, это верхние рычаги. Сайлентблоки находятся здесь. Вот, смотрите, сайлентблоки находятся здесь. Верхние рычаги два. Вот, смотрите, вот этот болтик длинный. Два рычага вместе держит. Вот этот откручиваем и толкаем. И втаскиваем это болтик. Это часто бывает, закисает, осторожно. Потом откручиваем вот сверху наконечник 13. Откручиваем вот этот. Здесь 16-18, если не поменяла гайки. Все ключи, можно сказать. Вот этот гайку здесь сзади не надо держать. Там шляпка. Я когда сниму, покажу вам. Она сама держится. Снимаем потом центральный болтик вот этого граната, который держит шрус. Суппорт снимаем, диск снимаем. Нам надо будет снимать это кулачок. Вот амортизатор, который вот идет прямо на нижний рычаг. Вот это болт снимаем. И потом вот стабилизатор, стойки стабилизатора C-образная. Вот раз. Или один сверху снимаем, освобождаем этот рычаг. У нас что, шаровой. Вот внизу два, получается, с рычагом вместе идут, они не меняются. С этого рычага раз рычаг и второй рычаг вот здесь. В общем, 4-2 рычага внизу, 2 рычага наверху. Вот этот, вот это кулачок, поворотный кулак надо будет нам снимать. Сейчас я откручиваю, вам покажу, ребят. Ребята, начинаем с верхнего наконечника. Вот, на 13. Откручиваем. Откручиваем, ребята, вот и так болтик. Ребята, болтик вот такой с шайбой открутили. Сейчас откручиваем на 16, ребята. Видите, здесь 16. Только почистим немножко. Если необходимо, ведешкой можно прыгнуть. Берем пистолетик. Это у нас не получается, вот, значит, я другой возьму. Сейчас, секунду, ребята. Все, ребята, толкаем назад. Вот, ребята, вот видите, как шляпка сзади. Здесь нету нечем держать. Вот она встает и стопорится. И здесь кайку крутится. Вот этот второй. Два. Чтобы выбить наконечник, ребята, здесь есть под 10 шестигранник сверху, который 13 болт открутили. Вложим туда и потихоньку с молотком. И выходит она. Есть съемник. Здесь съемник не надо. Она разделена. Вот здесь внутри, из торца. Так что она не очень так тяжело выходит. Сейчас достану шестигранник, я вам покажу, как этот на 10 должно быть. Вот, ребята, шестигранник. Подходит сюда четко. И наш любимый молоток.
Вот, ребята, шестигранник туда почему вставлено? Чтобы можно было его крутить направо, налево, чтобы попасть. Здесь выемка. И когда отсюда болт проходит, вот выемка такая есть. Вот видите? Отсюда болт когда проходит, чтобы в ямку попасть через это отверстие. Так что вот так, ребята, снимаем это в сторону. Мы будем наконечники менять. Вставляем в сторону. Потом вот начинаем откручивать этот болтик. Должно быть 16, если не менял. Если меняли, значит получится у нас, а не 16, а 17. Вот здесь 16, это болт, значит, поменял. Но когда-то. Вот вставляем 17 и берем сюда пистолет наш крутой. Снимаем гаечку. И наш любимый молоток опять потихоньку снимаем. Ребята, их когда менял, это давно было, я их обычно смазываю. Если не смазывать, тогда Бог вам на помощь. Ломайте, режьте, я не знаю что. Вот, закисает в этом херне. Вот, ребята, обычно рычаги вот этот. Сейчас будем открывать, откручивать. Этот легко идет, она не отсюда, из внутренней стороны вставляется. Это пока вставляем на месте. Пусть будут, гайку немножко крутанули. Вот болт, я просто их вставил. Болт вставляется из внутренней стороны сюда, а не отсюда, не снаружи. А сейчас мы будем открутить, ребята, центральный болт. Ну, центральный здесь один, можно сказать. Где держит шурса, граната. Здесь у нас где-то 27. А если вы их не сорвали, потому что некоторые диски не позволяют, там колпачок стоит, придется делать на месте. Вставляем сюда отверточку, ребята. Отверточку. И берем ключ побольше. И начинаем. Это головку на 27. И вороток. Где-то 80 сантиметров, 76. Ага, здесь вот, ребята, берем колесный болтик. Один закручиваем обратно назад, чтобы не крутился со ступицей вместе. Сюда раз. И два. Наконечник тоже подтолкну сюда, чтобы надо было первый этот болтик открывать. Ну, уже это не важно. И не стреляться. Раз. Все. Сорвалый. Бля, а кто мне евро-номер наклеил? Ребята, сорвалый. И откручиваем. Здесь идет болт. В многих гранатах идет гайка. Вот здесь болтик такой, ребята. Один болтик. Это хорошо. Потому что здесь короткая шурс. Его снимать очень легче. Вот, ребята, раз, два. Отсоединили. В сторону ложим. И, ребята, потихоньку выбиваем наверх этот верхний рычаги. Легко выходит. Сейчас. Один есть. Немножко поворачиваем в сторону и снимаем тоже так же наверх. Это оставляем и достаем суппорт. Суппорт будем доставать. Раз. И два. Снимаем колпачки защитные, которые держат суппорт полотки в сторону. И берем шестигранник. Сейчас попробуем, какой из них там
Шестигранник у нас. Шестигранник у нас. Сейчас посмотрим эталоны. Нет. И семерку посмотрим. Вот. Ребята, шестигранник на 7. Одеваем. И откручиваем эти болты. Ребята, я вам покажу этого, как это выглядит. Да, тяжело. Ну, в общем, не выходит она, блядь, чтобы я вам показал. Не хочет выйти, блин. Вот, ребята, в вагах все такие болты. Вот как болтик. Кончик смазываем обратно, когда закручиваем. Вот такие два штуки. Держит суппорт. Ложим в сторону. Сейчас и второй будем открутить. Берем отвертку, ребята, плоская, и снимаем вот этот хрен маленький. Я не знаю, как его правильно назвать. Скоб, что ли, или что-то такое. Они держат суппорт, чтобы колодка не болтался как бы. Есть. И снимаем второй тоже. Достаем суппорт в сторону. Сейчас я вам покажу, ребята. Сейчас откручу. Вот, ребята, открутили второй болтик и снимаем суппорт. Вот суппорт снято. Шлангами и датчик ABS осторожно, ребята. Я вам покажу, где находится датчик ABS. Когда снимаете колодку в сторону, сейчас вот эту скобу надо достать. Это тоже двумя болтами закручено. Сейчас возьму. Сейчас возьму головку и, ребята, дальше будем снимать. Вот, ребята, взял головку на 17. Откручиваем. Снимаем скобу. Вот видите, один, два, болтами держится в сторону. Снимаем диск. Вот подшипник, ребята, находится у нас здесь. Отсюда проходит болт, который гранат держит. Сейчас. Сейчас побиваем верхний рычаг тоже. Вот, ребята, стороны. Вот у нас гранат уже в сторону. Вот гранатик остается здесь. Сейчас дальше будем продолжать, ребята. Вот сейчас я вам хочу показать, где находится датчик ABS. Ну вот, ребята, кулачок висит здесь. Смотрите, один болтик, кайку внизу, где держит рычаг. Передний рычаг. А еще вот задний рычаг кривой, который вот идет сюда, сайлентблок вот здесь. Держит сверху. Один снизу, один сверху. Вот сейчас хочу вам показать. Сейчас, секунду. Оставлю на автомат этот свет, а то, блин. Вот датчик ABS, ребята, вот идет сюда. Вот здесь она выходит легко из места. Потом крутится. Вот идет прямо вот сюда, ребята, кузов.
Вот видите? Мы достаем вот этого в сторону. Вот, тянем за собой. Вот здесь находится фишка. В некоторых машинах бывает два, а в некоторых один. Один для тормозные, один для этого. Вот отсоединяем фишку отсюда, потому что отсюда датчик достать очень тяжело. Вы можете его сломать. Лучше отсюда не трогайте. Вот оттуда и открутили, и все. Вот один, одна гайка и вторая гайка снизу, которой откручиваем. Кулачок у нас в руках. Потом идем, вставляем на пресс и давим. Сейчас их все откручу, покажу, как видно поворотный кулачок здесь. Вот здесь на аудиях, ребята, на фольксвагенах, аудиях идет такие кулачок, да? А более дорогих ауди, допустим, новее, они алюминиевые. Здесь все из алюминия сделано. И подшипник там не прессуется, как бы. И там закручивается сзади четырьмя болтами. Так что четыре болта откручиваете и выбиваете, она выходит, и все. Сейчас дальше будем снимать, ребята. Это кулачок у нас, поворотный кулак. Вот находится подшипник внутри. Вот видите, как она, вот датчик обвеса. И фишку, которую снимали отсюда. Вот у нас, собственно, гранат. Мы сейчас шурус тоже поменяем. Здесь пыльник порвано. Вот видите, ребята, порвано. Вот рычаг, который в начале видео сказал, надо снимать. Если стойку снимаете или нижний рычаг, передний рычаг снимаете, нижний, тогда их надо открутить. А сейчас не надо для кулачка. Вот рычаг, ребята. Сейчас будем проверить состояние все это. Шаровые опоры, они не меняются, они с рычагом вместе меняются, ребята. Когда, так что покупаете себе Audi, монокор, чашку, так что сразу думайте, что покупаете. Вот сайлентблоки бывают, часто рвутся. Вот так, ребята. Это у нас наконечник. Вроде наконечник в отличном состоянии. Хозяин купил, но может и оставим. Тяги недавно поменял я. Вот, ребята, здесь сайлентблоки, смотрите. Идет гайка здесь, болтик здесь, да? Вот по заводскому болт отсюда заходит. А когда откручиваем гайку изнутри, болт снимаем в сторону, касается как кузова. Тогда придется амортизатор стойка снимать. Стойка снимается под капотом, тремя болтами закручена. Под капотом, это тоже покажу вам, если что. Так что, когда вставляете и обратно сделаете. В общем, получается, как бы мы обманываем производителя. Как бы. Но по правилам должно быть гайка отсюда, а не оттуда. Вот я поставляю так, чтобы стойку не снимать, когда меняются сайлентблоки. Чтобы лишнюю работу не делать. Вот так, ребята. Так что идем вниз, в подвал. Начинаем снимать это подшипник, который гудит. Вот, ребята, установил поворотный кулачок под пресс. Под пресс. Выбираем себе насадку какой-то под размеру. Меньше размер, чтобы было, чем внутренний. Вот. Вот установили. Потом выбираем себе какой-нибудь похожий. Вот так устанавливаем. Если мало, и добавляем, и добавляем. И можно такой квадратик ставить сюда. Поп. И все вот так. Вставляем. И устанавливаем под нее в центру. И нажимаем. И начинаем давить. Сейчас еще чуть-чуть на себя. Вот. Чтобы стояло в центр. Сейчас будем давить, ребята. Вот, ребята. Установил камеру. И начинаем давить. Все, ребята, убираем этого в сторону, поднимаем, берем насадку и достаем
Вот, ребята. Сейчас хочу показать. Вот, ребята. Вот половина, полчасти остается в этом. И выбьем его. Вот этот уже мусор, сальник. Этот вложен в сторону. И поворачиваем камеру опять сюда. Вот, ребята, собственно, вот, вот здесь стоит. Сейчас посмотрю. Вот, ребята, бачите, вот так выглядит внутри. И сейчас будем задавить вторую часть, сам подшипник. Сам подшипник будем задавить. Сейчас, секунду. Извините за качество, ребята, здесь немножко темновато. Немножко темновато. Сейчас подготовлю всю насадку, показываю. Вот, ребята, которые 100-500 отсюда выдавили, половинка, которая остался здесь, этого мы и вытащим. Это потом. Вот, собственно, выглядит внутри так. Вот подшипники. И шарики, имею в виду. Вот. Где мы высунули оттуда. Отсюда нельзя давить вниз. Вворачиваем вот так, как поставили. И вставляем насадку на центр. И давим. Где вот эта хрень вышла, ступица. И туда и давим. Вниз. Сейчас подберем насадку. Немножко почистим, ребята. Сюда немножко ведешку или что-то такого. Брызните. Потому что она бывает закисает. Очень плохо выходит. Все. Идем. Установлю камеру и начинаем. Вот, ребята, установил. Сейчас берем насадку. Вставляем внутрь. Есть. Сверху. Ну, у вас пресс может по-другому чуть-чуть сделано. Ну, там по-другому. У вас может другие насадки. Не обязательно вот именно такие насадки. Но какие есть у вас, ребята. Надо подбирать. И сверху вот, вот эта хрень, кубик. Такой у меня. И в металлоломе купил. Немножко тянем на себя, чтобы попасть в центр, можно сказать. И все. Начинаем давить. Сейчас установлю камеру. Блин, как его установить для вас, ребята, чтобы видно было, я не знаю. Да, вот так в руках трясется. Ну, извините, тогда так буду держать. Одной рукой буду держать. Вот, поехали. Раз. Пока у нас давление поднимается. Давление. Уже сколько? 5, 6 тонн, 7. Все, подшипник шевелился уже. Вот где-то 7 тонн, ребята. Устанавливаем камеру. Поближе. Поехали. В руках держать неудобно, ребята. Не пугайте меня, пожалуйста. Да. Давление держит 5 тонн. Постепенно будет падать, потому что тут уже до 4 тонн упадет. Давим, давим вниз. Пока 2 тонна, ребята, держится давление на 2 тонна. Все, ребята, убираем насадку, все это тоже убираем в сторону. Сейчас чуть-чуть назад. Убираем кулачок, насадку и сам подшипник, ребята. Сейчас я вам сниму, здесь видно было, чтобы
Сейчас, ребята. Секунду, дела, будь ласка. Вот, ребята, подшипник. Здесь два вида подшипника идет, ребята. Это же ВАК. Здесь хер что поймешь. Так что сейчас хозяину в руку, бегом за подшипником. Вот выглядит так, ребята. Сейчас размер вам скажу. Вот, собственно, кулачок, который снимал. Вот внутри чистим, хорошенько чистим, смазываем. И будем прессовать подшипник, когда привезут. Идем здесь, ребята. Здесь у кого есть вот этот сальник, наружная часть, это тоненький. Вот. Здесь, если место есть, держим съемником. Если нету, болгарка на помощь. Немножко надрез делаем, зубилом один раз. Треснулся и спокойно выходит, ребята. Размер подшипника. Размер подшипника. Идем проверить за размер подшипника. Идем. Идем, ребята. Берем штангин циркул. Или как правильно его назвать. Вставляем подшипник. Внутренний диаметр нам надо, чтобы точно узнать. Оп, снимаем. У нас получается где-то 42,5, ребята. Вот у нас 42,5. Еще раз попробуем, чтобы убедиться, точно ли. Где этот? 42 и почти 43, ребята. Ну ладно, здесь мы отдадим. Изнаружи получается у нас, сейчас проверим, посмотрим, у нас получается где-то 85, ребята, ровно 85. Вот здесь ржавчина, может быть, чуть-чуть там обманывает этот, но 85-то, ребята, вот. Сейчас я вам ближе сделаю точно, чтобы не перепутывать в размерах. Вот, ребята, 85. Там какой-то сотый. Вот, 85, ребята. 43,85. Сейчас отдаю хозяину. Бегом. И за это. Вот, если в другую сторону тоже хотите что-то делать, ребята. И в другой стороне тоже можете делать этого. Здесь сейчас пыльник тоже посмотрим. Уже масло мокрый. Ну, если надо будет, вот ту сторону как сделал, вот этой стороне тоже так же получится. И сейчас проверим наконечник тоже. Если надо, поменяем. Если нет, оставим. Потому что уже купленный стук есть. А там на нижних рычагах есть стук. Сейчас хозяину все скажем, привезут. Будем собрать обратно сборку. Я вам все покажу до мелочи. До последнего болта. Здесь пыльник тоже, ребята, порвался. Сейчас свет включаем. Вот видите, здесь все в масле. Вот видно, все в масле. Так что поменяем двух сторон пыльник. Как снимается гранат, вы видели? Шрус. Ну как его выбивать? Здесь легко должно выйти. Это же в вагах. Не очень так тяжело их снимать. Но покажу, как это делается. Удачи вам, ребята. Терпим, ждем. Куска. Вот здесь есть место, ребята. Вот для съемник поставить. Но у меня такой съемника нету, двухлапной есть, но неподходящий нет. И срежем вот этого. Вот, ребята, срезали, положили. Вот, зубило один раз, все, она легко должна выйти. Вот, уже выходит, даже молоток не нужно сюда. Немножко срезали. Вот, ребята, трескается и все сразу выходит. Ну, а то подумайте, у меня нет съемников. У меня очень много съемников, ребята. Есть двухлапный, все у меня, все, что хотите, есть. Ну, подходящий туда нет, а то подумайте, у меня все, что хотите, есть. Вот, здесь шире немножко лапки, туда не заходит, я проверил. Съемников у меня всякие есть. Ну, надо купить. Вот такие есть, для внутренние есть, маленькие есть,
Ну, вот так, ребята, так что... Все, этого тоже снимали, ждем сейчас. Сейчас ждем подшипник. Когда привезут подшипник, дальше будем продолжать. Сейчас снимаем пыльники. Сейчас покажу, как снимать гранаты и заменить пыльники двух сторон. Одну сторону покажу, оба стороны одинаковые, ребята. Ребята, сейчас снимаем гранаты. Сначала почистим по кругу все этот мусор отсюда, ребята. Вот, крутим и чистим все. Чтобы... Сразу готовьте тряпки, потому что здесь везде масло будет. Сейчас все руки. Вот. Берем отверточку. И достаем этот хомут. Старые, это одноразовые, можно сказать. Все. Убрал. Вот и второй тоже здесь маленький. Вот, ребята. Кидаем в сторонку. Ножик или ножница, у кого что есть, ребята. Она все равно меняется. Будем срезать ее. Срежем этот пыльник. Вот, ребяточки, пыльник срезали в сторону тоже. Втираем свои руки, но его. И, ребята, берем какую-нибудь тряпочку, кусок тряпки. И немножко вытираем, а то инструменты все будут в масле. Вот, ребята, хорошенько вытирали здесь. И потому что гранат нам нужно с ними аккуратно. Мы гранат сам не будем менять, пыльник поменять будем. И берем. Ребята, вот здесь два способа есть, даже три способа, допустим, да? Берем, допустим, вот этот болтик, который открутили, и крутим с пистолета, допустим. Он вталкивает гранат назад, выходит. Если уже крайний случай. Есть такой съемник, допустим. Вот, продается, но я сам сделал вот такие. Одеваем сюда, зажимаем болты, допустим. Вот так выглядит она. Сам сделал, но это редко я пользуюсь. В ваках она должна легко идти. Мы держим полос, допустим. И берем молоток. Молоток, ребята, потихоньку. В ваках легко выходит. Вот все, ребята. Она вышла до граната. Лишь рус. Вот, ребята, вот молотком сюда внутри нельзя ударить. Ну, по краям немножко. Вот сами видели, насколько молотком она вышла в сторону. Только в грязный положите его, в песок, чтобы не попало внутрь. Потом будет хрустеть. И вот так потихоньку равняли. Чуть-чуть. Вот, ребята, в сторону. Смотрите. Здесь есть такая и пластмассовая шайба. Вот видите? Вот выглядит. Вот плоской стороной туда. Все будем втирать и смазывать. Вот такая есть шайба пружиненный. Как бы. Вот видите, если правильно посмотреть, как вам видно, я не знаю, ребята. Вроде видно нормально. Вот она пружиненная. Вот выпуклая сторона, которая сюда, да, туда оставляем на себя. Вот, ребята, вот тоже в сторону ложим. Берем тряпочку. Хорошенько. Вытираем. Когда будем гранат ставить, допустим,
Вот, ребята, когда будем ставить гранат, сначала пыльник, и потом вот гранат закручиваем сюда. Сюда это болтик, несколько резьбы. И сюда нельзя ударить, ребята. Сюда тоже нельзя. И отсюда выбиваем потихоньку. Она как легко вышла, и легко и заходит. Вот так, сейчас покажем запчасти, сейчас привезут нам. Втираем этот шайбу, все. И начинаем собирать хомут и хомут. Все, ребята, ждем запчасти.